Добрый вечер, и мы снова сегодня говорим о нашем ЖКХ, о городском хозяйстве. Отгуляли Новый год, с уверенностью это могу сказать, что город уже 1 января утром был чистый, ну, не считая 68 стихийных это рынков, елок, которые нам оставили недобросовестные это коммерсанты. 29 единиц техники, 140 ходок было сделано и задействовано больше это 500 сотрудников. Нам это понадобился такой ресурс, чтобы в течение суток из города увезти все елки. Мы сделали это достаточно организованно, достаточно быстро, но опять-таки мы это делали это потому, что кто-то несознательно, недобросовестно отнесся к тем обязанностям, которые должен был выполнить. Когда будут это подписываться договора на реализацию елок в том либо ином месте, вместе с договором на аренду покрытия, должен быть составлен договор на уборку территории, чтобы еще до Нового года мы знали, какое количество это рынков будет, сколько елок может остаться, какой ресурс нам надо задействовать. И самое главное, мы будем к этому готовы, как технически это, так и финансово. В целом, я считаю, что мы достаточно хорошо поработали. Город действительно сейчас чистый. Давайте так и будем это поддерживать, такую чистоту. Ну и хочу сказать, что очень хорошо заработала наша новая инициатива «Обменяйте елки на конфеты». Уже на второй день Нового года нам занесли первые елки. Эта акция будет действительно до 1 февраля. Несите елки, это конфет нам на всех хватит. Давайте вместе сделаем наш город чище. Я уверен, что одесситы в своем большинстве сознательные люди, которые любят наш город. Всех с Новым годом. И увидимся через неделю.